И я вам очень советую заходить в список приемов. Вот я себе выделил меткой, получается, Y-ком одну атаку. Нажал на расширенный вид. И вижу, что в примечаниях, например, написано, во время зарядки можно отменить спецприемы. Кислотный плевок, смертельное вращение, невидимость и фатальный удар. Давайте их отметим. То есть кислотный плевок, смертельное вращение, это крокодил, и невидимость. А также у нас есть ФБ. Вот. Как это делается? Просто показываю на примере. То есть я вот хочу вот это сделать, то есть назад 2 я зажимаю, но при этом я отпускаю назад и держу просто двоечку. И когда я держу только двоечку, у меня есть возможность отменить именно вот этот вот удар. Я его отменяю и делаю что-то другое. Смотрим. Например, вот так. То есть я... Они-то ждут, что я сверху прыгну, а я делаю кислотный удар. Не суперэффективная штука. Самое эффективное, это, наверное... Самое эффективное, либо просто правда напрыгнуть, но это может по морде, конечно, получить. Либо самое эффективное, это сделать вращение, то есть крокодила. Вот я держал назад, назад 2, назад уже не держу, задерживаю только двоечку и делаю назад вперед 4. Крутая штука. Некоторые делают, конечно, сейчас момент, делают невидимость, я ее не делаю, слишком трудно ее нажать с одной стороны. И еще, если я хочу ее усилить, то еще труднее. Не получается даже, как будто бы усилить. Вот, усиливается невидимость. Но можно сделать, как я понял, ФБ. А, вот. Сразу надо нажимать. Сразу надо нажимать, а то ничего не будет. Если вам не сложно, поставьте ваш царский лайк. Я очень буду рад. Спасибо вам за то, что смотрели меня. С вами был Брэдес. И давайте, до скорой встречи.